Отряд – это шикарная идея коллективного труда. Потому что, когда ты один, ты можешь перестать ходить на работу. А когда ты можешь подвести отряд, вот это чувство локтя, оно очень важное. Оно формирует очень большие, внутренние задачи. Они видят друг друга, они общаются, они взаимодействуют между отрядами, что для нас очень важно. Не только чтобы отряд между собой, а когда встречается еще отряд между отрядом, это дорогого стоит. Хорошая старая идея с новыми фишками. И получилось движение трудовых отрядов, которым в этом году 6 лет. Огромная любовь, большая гордость.